Noroc, Mișa Peicov din sudul țării. Hai să încercăm să depănăm ce a avut loc în sudul țării în legătură cu reținerea lui Stoianoglu. Da, după cum știți, Stoianoglu este din Găgăuzie și situația cu el a făcut niște mitinguri în Comrat. Я думаю, на этом моменте мы можем показать новость на Гагаузии Инфо. Действительно, да, собралось достаточно много людей для Гагаузии, но других, так скажем, событий я не ожидал, потому что здесь Стояногло является таким достоянием республики, если так можно его назвать. Да, Лумен Гагаузия Самандрия, что такое прокурор-генерал? Ну, слушай, он первый гагауз на данной должности, поэтому я думаю, что да, и в принципе... То есть Народное собрание Гагаузии прошлого созыва всегда они были горды тем, что Гагауз занимает такую государственную должность. Поэтому ничего не ожидалось. Тем более не ожидалось других, так скажем, этапов борьбы с этим от социалистов в Гагаузии. Да, чиня инициат акционный протест? Чиня прямо пропус сияса лумя са демонстреза, са дя довада де сустинере пенту Стояногло? Народное собрание Гагаузии. Именно шестой созыв, нынешний созыв, Народное собрание Гагаузии. После этой новости, я думаю, ты сможешь показать и видео. И в этом видео мы прекрасно сможем увидеть депутатов Народного собрания Гагаузии. Что они требуют сейчас? Они требуют то, чтобы Стоянокла на данный момент его отпустили. И вот именно после того, как будет хотя бы немного доказана его вина, то есть когда будет уже апел публик, если его так можно назвать, когда публично будут показаны все документы, то тогда уже можно в чем-то разбираться. На данный момент, по их мнению, это слишком рано. И тем более здесь в Гагаузии считают незаконным то, что за один вечер все это случилось. То есть я думаю, мы можем показать видео, там человек прекрасно объясняет, какого мнения придерживаются активисты гагаузские, какого мнения придерживаются депутаты Народного собрания. Давай. Я себя слушаю. Сегодня собрание, мирное собрание, протест того, что вчера вечером произошло. Закрыли нашего соратника, генерального прокурора Стояногло. Это возмутительно. Я думаю, что сегодняшний режим переплюнул Плахотнюка, потому что ночью такие решения, такие моменты, я смотрю, что ни руководства здесь нету. Многие уехали, боятся, потому что сегодня режим превосходит Плахотнюка. К большому сожалению, мы сегодня вышли высказать свою позицию, чтобы это все было в развернутом виде, чтобы все люди понимали, что происходит, потому что сейчас в неведении никто, ни родственники, ни близкие, никто не в курсе, что происходит. Просто-напросто неаргументированно закрыли. Поэтому мы сегодня хотим, требуем, чтобы нам дали разъяснение, что происходит. Миша, очень интересно вывод этого мужчины. Конклюзия этого бербата, скажу, руса мейла по мытому. Конклюзия этого бербата, и к се întâmplă ilegalități, regimul este mai ceva ca regimul Plahotniuc, dar în același timp tu ai menționat mai devreme că ei recomandă să nu se tragă concluzii prea repede când nu s-au examinat cauza penală prea mult. Dar deși atunci trageți concluzia apropo de cum e regimul ăsta, lăsați cauza să examineze, poate într-adevăr să aflăm că e vinovat și atunci nu numim regimul Plahotniuc, gata de m-a fost, știi? Знаешь, такой главное непонимание для меня лично, потому что, с одной стороны, они требуют в том, чтобы сначала разобрались, с другой стороны, они обвиняют то, что этот режим хуже режима Плахотнюка. Я так думаю, это лично мое мнение, можете его осуждать, можете к нему прислушиваться, то, что кто-то сверху все-таки говорит о том, что нужно топить за то, что этот режим хуже, чем режим Плахотнюка. Лично, если говорить о мнение людей, возможно, о правах, о том, что люди думают, то все-таки это то, что нужно сначала разобраться. Но звонурь, мне кажется, все-таки сверху есть. А вот молодой человек, либо не такой молодой, я не знаю, который на видео говорил, сказал, что власти сейчас нету, все разъехались. Я предполагаю, что он говорил о Ирине Влах, потому что на момент, в день, когда это случилось, и на момент записи этого видео Ирины Влах не было в Молдове, она была
опять в очередном визите где-то. Я даже не смотрел где, потому что все-таки интересовался больше субъектом Стояногла. Но по приезду домой она не осталась в стороне и записала видео с обращением. Я хочу вот пока ты его будешь показывать, чтобы люди послушали, что она говорит, и вспомнили прошлое видео, слова человека по поводу режима плакатника. Давай, окей. Дилан Чепут, да, врапату за секунду. Обращаюсь к политическому руководству страны. Мы обеспокоены действиями, предпринятыми в отношении Александра Стояногла. Точнее, мы обеспокоены срежиссированным спектаклем, которым политическая власть страны попыталась симулировать соблюдение закона. Как в самые смутные времена диктатуры, за несколько часов появилось уголовное дело и какие-то доказательства, достаточные для проведения обысков и ареста генерального прокурора и его жены. Очевидно, что государственные учреждения действовали по приказу, а не по закону. Также очевидно желание запугать Александра Стояногла. Именно для этого... Окей, я понял. Значит, есть какие-то теории. Да. Ну, слушая эти моменты, на каком не имеет дрептати в наисемене порнир, е бине, к чинева вря с айбо лог дрептати, жустиции коректа Република Молдова, дар парк врей лумя тет тимпу са вря această дрептати. Тай фи врут са ауст пи Ирина Влах în 2018, luând apărarea la Andrei Năstase la primărie Chișinău, de exemplu. Sau în multiple alte cazuri. Sau profesorii turși. N-am auzit-o pe Irina Vlah vorbind despre asta. De ce? Dar bun, ok. Deci Găgăuzia este îngrijorată. Добавить сравнение, то, что человек в прошлом видео говорил о временах Плохотнюка, Ирина Влах это так красиво в самые темные времена, то есть перефразировала. Мне все-таки кажется, что у людей, которые в Гагаузии выходят на митинги, не у всех, но у большинства людей есть поручение сверху о том, что нужно это сделать. Но с другой стороны... О, Причезаре, ты говоришь сверху. Ты имеешь в виду сверху Гагаузии, сверху прокуратуры? Я имею в виду Дадона, я имею в виду Влах. То есть потому что Гагаузия сейчас разделена между ними, в принципе. Потому что я напомню, что Влах и Дадон больше не друзья. Все, то есть времена закончились. Угу. Я имею в виду их. Возможно, кто-то и за ними стоит. Но лично, то есть депутаты Народного собрания блока коммунистов-социалистов тоже прекрасно поддержали эту акцию и тоже кричали о том, что это как хуже времен Плохотнюка и все в этом роде. Но очень странно для меня, вот тут вот я прочитал как раз на Ютубе комментарии, люди написали «Миша Луац пи гагаузу стая ногла лавой ин гагаузе». Де че? Я вам скажу, что в Гагаузии, когда он еще не был назначен на должность генерального прокурора, его не очень-то и ценили. Он баллотировался в Башкан, он баллотировался в депутат Народного собрания, то есть проиграл, не выиграл. Поэтому очень странно то, что сейчас все так вступились за Стояногла и все так его полюбили в Гагаузии. Очень странно. Мне кажется, это просто сейчас такой первый гагауз, единственный гагауз, давайте за него. Ну и в плюс не стоит забывать о том, что это прекрасная возможность для нынешней гагаузской власти так ударить в бачок по Пасу, по Майе Санду. Я лично видел и присылал в наш общий чат, там, где выходили люди с распечатками фотографий Майя Санду, что она дьявол, уходи отсюда, или требуют новых досрочных президентских выборов. В Гагаузии пока что вот так. Но... Именно президентских? Стой, а это тарича дат. Додон в античпатиш парламентариум, когда в Гагаузии дар президентских. Пока что президентских хватит, потому что в Гагаузии есть такая фишка, не все люди разбираются, что решает президент, что решает парламент. И поэтому сейчас, то есть им кажется, что если сменить обратно Дадона поставить, то все, будет прекрасно. Мы имеем чего шедебине в суду церкви? Шедебине, да, ну что, с какой стороны посмотреть? Кумси-кумса. Да. Готовился я к передаче интернету «Граешь» и не ожидал, что найду такую новость, что Министерство иностранных дел Российской Федерации объявит о том, что наш маленький городочек Камрад, столица Гагаузии, станет культурной столицей стран народного содружества, то есть СНГ, то есть бывших стран, которые были в Советском Союзе. Wow. Сначала я удивился, подумал, что это очередной фейк от «Гагауз-инфо»,
Но, слушай, это оказалось правда. Действительно, министры иностранных дел соберутся в Минске, чтобы обсуждать данный вопрос. И ожидается, что в 2023 году, не сейчас, через два года, Камрад станет столицей, культурной столицей бывших советских социалистических республик. Это значит, что это, в принципе, хорошая возможность для Камрада, потому что за эти два года, до 2023 года, то есть в него вольют огромное количество денег, чтобы действительно это была такой культурной столицей. Но я уже вижу вот этот тур по Камраду. По улице Ленина яма вам покажем, по улице Пушкина мы вам покажем рыбу. Приезжайте. Очень весело. Миша, mulțumesc tare mult, dar dacă e să subiectiv, dacă după tine să analizezi, cum crezi? Încălzirea, atmosferea, cum am găgăuzit, apropo de Stoianoglu, urmează ea să crească în ceva mai mare? Tu spuneai udar pe Maia Sandu. Nu știu dacă ai mult udar de făcut, PAS nu are niciun deputat în Narodnaya Sobranie acolo. Ce poate să crească mai mare la nivel politic sau poate chiar administrativ din ceea ce este acum? Ну, то есть я вчера уже, когда мы обсуждали, уже говорил эту информацию, и тебе и сейчас повторюсь еще раз, то, что то малое количество пропасовских, то есть ребят здесь, которые смотрели на эту партию именно с поддержкой, сейчас у них такое двоякое отношение, они действительно, никто сейчас пока что ничего не может понять. А с другой стороны, есть такое мнение, то, что ситуация, которая была в начале 90-х, то есть вопрос гагаузский, может повториться. Но это все зависит от того, как поступит нынешнее народное собрание. Okay. Слава Богу, лично по моему мнению, я сейчас задумался, слава Богу или не слава Богу, то, что в нынешнем народном собрании малое количество депутатов от блока коммунистов и социалистов, большинство независимых депутатов. И мне кажется, все-таки тоже все зависит от их цены, сколько они стоят. Окей, să vedem. Trebuie să urmărim 3 de veci, să vedem și prețul deputației din Narodnaya Sobranie. Miša, mulțumim tare mult, ne auzim săptămâna viitoare, ținem legătura, pa, pa!